Костюм окажись. Ну, конкурсной программы закончили. Не знаю, ты что, должно? Шили всю ночь. И утро, и вообще всю неделю. Все висит, хотим спать. Пока у нас вот вообще образцово показательный костюм. В течение двух месяцев шить. В течение двух месяцев кропотливый труд. Идеальный образец. Посмотри, как тебе там. Уже хочется хорошо, домой. Хорошо, да. И домой, домой, конечно, когда устали. Сейчас все подумают, что мы восточники. Да. Ну, то, что а такие... мы тут раз и не восточники. Раз и не восточники. И так далеко не восточники. Я сегодня чуть не шапочку не забыла. А я случайно нашла. Пошла ее искать и забыла, куда ее вообще положила. Я вообще случайно нашла твою продаем. Вот и здесь. Даже в шапку воткнул иголку. Ну как он? Классно. С другим хвостом. Отлично, кстати, очень хорошая. Единственное, что я почему-то сказал, что я вот эту... Я почему-то сказал, что я хорошо поднял. А смотри, у меня так кое-как ее. Я его тут кое-как, вот тут. Я думаю, я там погрозить. Единственный вот момент, вот этот вот. Ну, кстати, они тоже не делают. Да, они тоже высоко. Там 45 градусов. Там нет 45 градусов. А зато мы вот это все сделали. У меня в конце, вот прям когда мы на поклон, там надо будет как-то отрезку точку. И вот это вот кое-как мы сделали, лишь бы сделался. Да, это... Да какой там прогиб? Я без прогиба вообще там бы остался. Скорее, нет, скорее так... наступить. Да. Я вам даже не дотянула, я так просто... Потому что знаешь, что надо проще? Просто вот мах, да. Вот так, а мы не надо ее поднимать, просто надо... Махнуть. А я начинаю поднимать, и мне так... Мы не то движение делаем, потому что нам кажется, нужно... Она там просто... вперед. Мах, да. И все. Молодцы, Таня, дашь мне потом, если останется, ладно? Ну, девочки. Вот это надо священник. То, что они такие. Ну, в таком состоянии всегда, когда все потные, уставшие, красные морды. Один сужу проводил, да и все. Чтоб потом выдернуть ее сюда и все. Так нужно. А потом это... Восточный костюм выходит. Вот это да. Это восточный пример. Такая. Стучи по дереву. Ну давай, конечно. Нет, если вы хитро как хотите, давайте лучше потом. Хитро по мере. Потом, потом. Просто. 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 Готовы? Да. Вот тогда приехали. И улыбки, конечно. Максимум должно быть улыбок, конечно. Все, 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 быстро эти. Давай, прикрепляй. На сцену.